Деньги на укрепление склонов после оползня в Фонтанке необходимо выделить как можно быстрее. Такое мнение высказал председатель АГА Максим Степанов во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мене турбує, а, чітке усвідомлення, що там зараз відбувається, щоб не було нових сувів, бо сьогодні воно так сталося, а завтра ж може бути все, що завгодно. Ну, після першого хорошого дождя. Тим паче, а ми поки будемо розбиратися, хто куди, коли документи привезе, знайде, не знайде і все решта. 10 років договору. Комиссия также рассмотрела ситуацию с ликвидацией подтопления села Кучурган и ПГТ Лиманское Раздельнянского района. В числе приоритетов и реконструкция дамбы на 108-м километре Дуная. Напомню, на участке между Измаилом и Рене защитные сооружения находятся в плохом техническом состоянии. В случае паводка под угрозой подтопления 33 населенных пункта.